Привет, дорогие мои. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Белую ночь. Решил я, короче говоря, своими силами эту головоломку. Суть заключалась в чем? Надо поворачивать по очереди, начиная вот от этого вентиля, открывать тут воду, вода пойдет. Потом тут воду, дальше пропускаешь с помощью этого вентиля, там открываешь воду, дальше пропускаешь. И, короче говоря, вот так постепенно доводишь до сюда, поворачиваешь тут вентиль и, собственно, льется холодная вода или горячая, я не пойму. Ну, короче говоря, вот такая вот у нас ситуевина получается. Ну ладно, нашим легче. Берем ключ. Ключ от канализации. Я ненавижу канализацию, как вы знаете. Так, а где у нас канализация вообще? Чтоб туда ключ применить. Это тоже интересный вопрос. Ну, видим, какая-то из этих дверей. Я в не это. Я уж опять не играл в денек, наверное. Так что плохо помню. А вот сюда. Хорошо. Опять в пучины куда-то спускаемся вниз. В подземелье. Что может быть лучше? Такая уж игра. David, you need to calm down and stay still now. Тебе, говорит, надо успокоиться, Дэвид, спокойно стоять. Может, говорит, будет немного больно, но ты знаешь, я, чтобы тебе помочь, здесь нахожусь. Хочу, говорит, вылечить твой разум. Ну ладно. Верните мне способность быстро ходить. Держите пациента. Видимо, что-то буйный был какой-то у нас, Дэвид. Это что за херня? Ой, блин. Это что за херня? Ну, полный. Ну, я не успел испугаться. Если бы я в нее продолжительное время уже играл, а я только сел, пока что не успел погрузиться полностью в игру. Но это было круто, надо сказать, непонятно. Ой, опять какие-то громкие звуки. Это что у нас такое? Чё опять? Отлично, свет выключился. Опять, наверное, эту штуку надо разломать. Точняк? Ничего не происходит. Круто. А, как в первый раз, в третьей, по-моему, серии я ломал точно так же щиток. Один особо умный товарищ сказал: блин, как ты догадался? Ты уже, видимо, прошел ее перед прохождением, перед записью. Придурки. То, что я в Пенумбре то же самое делал недели две назад. И там до этого дошел с куда большим трудом со второй серии. Это, конечно, никого не волнует. Всем лишь бы меня в чем-нибудь обвинить. Закрыто. Так, у меня ничего нет ковырнуть. Нет. Просто не открывается. Почему, кстати, не открывается? Никаких надписей нет, ничего. Блин, что за темень, а? Куда я попал? Куда попал? Огонь на воде. Это чё, что за... Это местная разновидность водяного монстра, что ли? Только не это. Но здесь хотя бы видно, где он находится, да? Так, я смогу, я... Подожди, а может нам туда просто? Нет, явно не туда. Ой, блин, что так темно-то? Там еще один, что ли, был? Твою ж дивизию.
Так, быстро. Давай, давай. Ну ладно, скилл уже есть. Ну вроде они меня не трогают. Ладно. Хорошо. Точно. Еще один. Включите свет, пожалуйста. О, хорошо. Там же генератор вроде сломался. Откуда тут свет? Ну, неважно. Не заморачивайся, Артур. Ключ от склада. Где у нас был склад? Видимо, где-то спереди. Батарейки. Перемещение генератора. Полное обновление. Первым делом нужно переместить генератор. Доктор С не слушает меня. И теперь весь госпиталь страдает от частных электрических проблем, короче, вырубаний. Но это не моя ошибка. Этот генератор очень стар и иногда может выключаться без причин. Последнюю неделю, в прошлую неделю это как раз таки произошло. В случае ЧП. Первое. Первое. Убедитесь, что у вас есть наполненная канистра с топливом, с бензином. Второе. Наполните контейнер рядом с генератором бензином, чтобы запустить машину. Нажми на кнопку рядом с контейнером. Ну, это вот там кнопка была, похоже. Кнопка тоже старая. Возможно, вам придется ее парочку раз дернуть. Круто. Так, низги не видно. Низги. Канистра. Батарейки. Круто. Канистра. Ящички. Мышки. Ой, как шутка. А, тут же опять выключатель света есть. Что это? Плюта. А, ну все, собственно, тут делать тоже нечего. Так, нечего сюда идти. Там что-то определенно есть, но я не думаю, что мне сейчас туда. У меня есть пустая канистра бензином. И ключ от склада. Склад, по-моему, это та самая дверь, которая не открывалась. Привет! Так, давай. Ой, ой. Эй. Так, подожди-ка. Чё-то это дурно пахнет. Мне, похоже, одну из этих штук надо. Давай, давай. Фу. Опасно. Я, конечно, не знаю, может, они и не страшные, эти огоньки, но я бы не хотел с ними сталкиваться, это точно. Со всей определенностью могу заявить, что этого бы мне не хотелось. Так, это у нас, похоже, вход на склад. Да. Моя интуиция опять меня не подвела. Здесь нет выключателя света. Видимо так. Теперь она заполнена бензином. Ну ладно, ладно. Так, и что, куда мне? Сюда, что ли?
Теперь, ну, все правильно я сделал, правильно. Супер. О, как шумно стало. Так, и чё? Чё мне это даёт? Чё-нибудь додаёт. Блин, ту дверь надо было проверить. Давайте посмотрим, может она теперь открылась. Нет. Вообще, пора привыкнуть, что вот такие вот двери, они вообще не открываются. Это просто как объект. Ой, выключите музыку. Блин, вы хоть уйдите отсюда. Уйди. Оно преследует меня? Я не хочу знать. Оно явно преследует меня. Чем мне все-таки туда прыгать? А зачем? А я запрыгну вообще, нет? Ой, твою мать. Аборт. Какого хера? Закрыто. Вашу мать. Ты чё, тупик? О, блядь, уйди, уйди, сука. Пошёл, блядь. Твою мать, где ты, уйди, сука. Какого хера? Ну ладно. Как в первый раз появилось, было страшнее всего. Еще там под лестницей. Я имею в виду. Опять длинный коридор. Здесь мне не надо будет убегать по этому коридору. Фу, так, батареечки. Ладно, ладно. Почему я вечно в такие места падаю? Почему я в такие игры играю постоянно? Ну ладно, людям вроде нравится. Квадратные ноги. Ой, вы это видели? Я явно не туда пойду. Бляха-муха, тут что, эти твари ходят? Ага, понятно. Хера. Мы все ходим в белом. Ну, я рад за вас. Охренительно рад. Понятно. Туда я уже не хочу ни в какую. Нахер. Уф. А,
А нет, я думал, эти два коридора соединены. Но это не так, судя по всему. Кувалда. Охренеть, какая с одной стороны вся в кровище. Что за звуки такие? Вот эта стена выделяется как-то. Твою мать, куда я попал опять? Все лучше и лучше. Это что, паутина, что ли? Коряво сделано. Ну ладно. Стоит представить, что я по такому коридору темному с фонариком весь в паутине обмотанный ползаю. Где-то по мне паучок ползает. Это круто. Прям прелесть. Я вообще не понимаю, куда иду. Тут мотивация вообще отсутствует у главного героя. Он просто идет вперед. Тут у нас расчлененный труп. Супер. Что может быть лучше? Батарейки. У меня такое ощущение, что я куда-то вообще никуда не двигаюсь. Да вроде нет. Куда-то мы очень глубоко спускаемся. Твою мать. Долгий спуск. Эй, включи свет, урод. Лёв. Какого хера? Как я тут оказался? Иди нахер, блядь, уйди. Сука. Куда бежать? Ой, блядь, уйди от меня. Ой. Вашу мать, я вздрогнул, блядь. Это ж фонарик забыл. I worked so much to fail again. This hospital, this place, this would be a new beginning for me. Sophia outsmarted me. Ой, заткнись, мне без разницы, мне отсюда выбраться надо. Почему я уйти не могу? Видимо, надо дослушать. Sure of something you see is the moment you are mistaken. So you came, Sophia. Блять. What did you? How? What happened to Patrick? Что произошло с Патриком? I always knew you were sharp one day. Я всегда знал, что ты сообразительный, да. Так ты выяснил?
You weren't a doctor from the start. Ты не была доктором с самого начала. Да, док, Дэвид, я нереальный доктор. Но не могу отрицать, что для тебя я была хорошим доктором. На самом деле, Патрик был моим доктором, но я не могу позволить кому-то проводить над собой эксперименты. Я провела его эксперименты на нем. В результате появились некоторые жертвы, бедный Патрик, что-то там. Зачем ты мне это рассказываешь? Разница есть какая-нибудь? Ты снова забудешь. Я заставлю тебя забыть. Очень легко заставить тебя забыть. Ты даже не помнишь, что Патрик был твоим другом. Мой друг, так я был тут доктором. Не важно, кем ты был, док, Дэвид. Ты будешь моим первым успешным экспериментом. Круто. Значит, мы доктора. Она психапа. Доктор С. Проснись, Дэвид. Пора время тебе вспомнить. Твою мать. Вот это поворот. Я психиатр. Я свихнувшийся психиатр. Это вдвойне круто. И я в какой-то... Я не пойму, я где я. Ух ты, а ты откуда тут взялась? Лестница в пустоту. А и что дальше? Отлично. А, ну ладно. Ну ладно. Вот это поворот, ребята. Ой, да хватит уже. Какой раздражающий звук. Разве, говорит, не прекрасно? Разве не круто выглядит? Наверняка оттуда очень красивый закат наблюдать. Когда придешь меня в следующий раз навестить, мы можем посмотреть. Извините за кривой перевод, я... Язык заплетается, короче. У меня новый друг здесь, Дэвид. Она такая, говорит, милая. Скучаю по тебе, Дэвид. Почему редко заходишь? Надо поговорить, Дэвид. Серьезное дело. Замечательно. Красивое помещение. Музыка очень напоминает Silent Hill. Почему-то в особенности это все напоминает второй Silent Hill. Отнюдь не третий. Третий, второй, как вы знаете, очень серьезно по атмосфере различается. Доктор Селвин? Так вот, значит, что за доктор С. Простите, я не буду читать, у меня голова болит уже просто от этих переводов. Устаю, как собака. Как собака устаю. Не берегу себя ради вас. Вечером уставший еще снимаю серию. Так что, я думаю, вы мне это простите. И тем более, вообще, канва сюжета понятна. Libri veteras. Я в латыни не силен, честно говоря. How is she, Patrick? Как она, Патрик? Easy, David. There is much we need to discuss.
Нам, говорит, Дэвид, надо многое обсудить. Видимо, не очень хорошо она тут себя чувствовала, подружка нашего Дэвида. И наш Дэвид, судя по всему, все-таки не психиатр, а просто как навещавший. Или, может, навещавший. Хрен знает. Так, знаете что, давайте-ка мы... Ненавижу манекенов. Вот сюда вот отстартуем, так. И думаю, на этом мы завершим эту серию. Продолжим разбираться, что тут да как в следующей. Все очень круто. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.